Стало известно, сколько иностранцев в Польше имеют карту Побыта. В настоящее время почти 460 тысяч иностранцев имеют действующий вид на жительство в Польше. В прошлом году это количество выросло чуть больше, чем на 34 тысячи человек. Эпидемиологическая ситуация, связанная с этим ограничением путешествий, побудили иностранцев продлить свое пребывание в стране. Особенно это касалось граждан Украины и Беларуси, которые ранее в большей степени использовали возможность временной миграции. На 1 января 2021 года в Польше 457 тысяч иностранцев имели действующий вид на жительство. Среди них граждане Украины около 250 тысяч человек, Белоруссии около 30 тысяч человек, Германии около 20 тысяч человек, а также России, Вьетнама, Индии, Италии, Грузии, Китая и Великобритании. Согласно данным Управления по делам иностранцев, в 2020 году наибольший прирост среди иностранцев, которые поселяются в Польше, касался граждан Украины на 29 тысяч человек больше, Беларуси на 3 тысячи человек больше, а также Грузии, Молдовы и Южной Кореи. Большинство иностранцев имеет разрешение на временное проживание, которое может выдаваться максимум на 3 года. В настоящее время 272 тысячи человек имеют именно этот вид документа. Группа иностранцев, имеющих право на постоянное проживание, составляет около 100 тысяч человек.